Трагедия в селе Плахтиевка Белгороднестровского района получила дополнительную уголовную квалификацию. Теперь к умышленному убийству с пометкой «несчастный случай» полиция добавила служебную халатность. Оказалось, что заброшенный колодец не имел ограждения. Напомню, что в Плахтиевке нашли тела сразу трех мужчин и одной женщины в возрасте от 23 до 35 лет. Из-за отсутствия следов насильственной смерти следователи начали рассматривать версию несчастного случая. В то же время, по неофициальной информации, которую распространили местные СМИ, трагедия произошла из-за алкоголя. Компания принимала крепкие напитки, двое упали в колодец, остальные бросились их спасать. В итоге 4 трупа. У погибших остались несовершеннолетние дети.